Кто на свете всех милее? Если мы и встречались... Надеюсь, я была невыносима. Знаменитым француженке Марион Котийяр и итальянке Монике Беллуччи на двоих 101 год. Мне сейчас ужасно захотелось есть португальского пирожного. Это чудо. Именинницы появились в самых смелых декольте. Умеют. «Черный заменяет мне спортзал», — говорит Моника Беллуччи. Ей сегодня 56. «Черный — самый французский цвет», — добавляет Марион Котийяр. Ей сегодня 45. Ты должен кое-что знать обо мне. Обе в жизни не любят макияж. Надевают черные очки и красят губы красной помадой. Готовы. Мелия, Сон Розы. У каждой на счету по мужу-французу. С Винсаном Касселем Моника Беллуччи прожила 19 лет. Развелась 7 лет назад. Продолжаем. Как будто ничего не было. Я сказала, извинись. Мне не слабо, ты знаешь. Я способна на все. Марион Котийяр и Гийом Кане вместе 13 лет. Это одна из самых красивых и крепких пар Франции. Марион и Моника дважды мамы. За время самоизоляции Марион вывела формулу воспитания. Если вам кажется, что ваши дети слишком много смотрят телевизор, то первое, вам не кажется. Второе, выключите звук и включите субтитры. Вуаля, теперь они читают. Весной Марион и Гийом переболели коронавирусом в легкой форме. Обеим именинницам Марион Котийяр, Монике Беллуччи и всем-всем-всем желаем крепкого здоровья.